Итак, здравствуйте, дорогие друзья, все пришедшие на мой инстаграм-аккаунт. Очень рад вас всех видеть. Сегодняшняя песня, которую мы разберем, называется «Белые розы». Мы разберем как правую руку, удобный способ, так и левую. Песня очень простая, легко запоминается. Значит, для нашего удобства я написал, что начинается с ноты вот этой, которая внутри трех черных справа. Потом нота справа от двух черных, ми. А потом слева от трех черных, фа. Начинаем с ноты ля, цифра 1. Тан-та-та-тан-тан-тан-та-та-тан-тан. В принципе, одно и то же повторяем два раза. Потом тоже с ля. Тан-та-тан-та-та-тан. Еще раз закрепляем. Один, 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 два. Один, 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 два. Один, фа-фа-фа-ми-фа. И чем хороша эта песня? В ней есть секвенция. Это когда мы одну и ту же мелодическую фразу просто смещаем. То есть вы также пальцы 5, 3, 2, как у вас был, сдвинули и сыграли то же самое. Пятым. Тан-та-та-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-ми-ми-ры-ми. И третий раз. Поэтому хорошо выучите вот это вот. Третий раз от соль ноты. Смещайте еще на одну ноту вниз, на фа. Фа-фа-фа-фа-до, фа-фа-фа-фа-до, фа-ре-ре-ре-ду-ре. А потом новый мотив. Нота си справа от трех черных. Сейчас я ее помечу. Си-си-си-си-ду-ре-ре-ре. Си-си-си-си-ду-ре-ре-ре, до-си-ля, до-си-ля, соль-диез-ля. Соль-диез – это внутри трех черных, средняя. Угу. И теперь все проиграю, чтобы вы еще раз посмотрели, как это целиком выглядит. И переходим к левой руке. Левая рука у нас еще проще. Мы берем пятым пальцем звук ля, который у нас был до этого в правой, и строим от него с пропуском трех звуков звук. То есть взяли, три звука пропустили, взяли еще один. И получается тан-та-та-тан-тан-тан-та-та-тан-тан. И потом вот между двух черных есть нота ре, от нее то же самое. Три звука пропустили. Тан-та-тан-та-та-тан. Потом от соль. Это вот внутри трех черных слева. Потом от двух черных слева. Сместились на ноту фа, которая от трех черных слева. И просто тянем на фоне мелодии. От си то же самое. От трех черных вот есть справа. И взяли квинту. Это называется квинта. И от ми. Сместились на одну нотку вниз и назад на ми. Я думаю, что вы этой песней
удивить так сильно своих домашних друзей, девушек, парней, что они будут в шоке просто. Давайте еще раз я проиграю уже с аккомпанементом, и вы убедитесь, как это играть. Соль вместе с солью. Если остались вопросы, пишите мне в Инстаграм. Всем удачи!